Минувшей ночью в Тульской области на 148-м километре автодороги М6 Каспий произошло ДТП. Автобус, следовавший из Москвы в Махачкалу с пассажирами, пытаясь обогнать грузовик, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. От удара автобус отбросило в сторону. Он врезался в фуру и вместе с ней съехал в кювет. Пока точных данных о пострадавших нет, но по предварительной информации в результате столкновения погибло 5 человек. В трех транспортных средствах находилось 28 человек. Детей не было. Из них погибло 5 человек. Доставлены в морг центральный район больницы города Венева. Пострадавших 2 человека. Доставлены в центральный район больницы города Венева. Остальные пассажиры автобуса временного размещения не требуются. Организовали посадку в попутные рейсы до города Москва.